Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Пятница 13-я». В жилах убийцы горячая кровь, зимняя бойня. Здесь мы именно остановились, так что давайте переходить к выбору уровня. А уровень у нас остался прежний, ледяной Джейсон. Массовая резня, вот здесь мы с вами остановились в прошлый раз. По крайней мере, здесь уютно и тепло, Джейсон. Да, мам. Так, что мы можем сделать? Шкаф этот неспроста здесь, да? Если мы сейчас его опрокинем, что нам это даст? Так, надо попробовать. Так, шкаф перекрывает здесь путь. Мы идем с вами, например, наверх, если, да? Далее идем вот так. И тупик. Ребят, тупик сплошной. Блин, надо переиграть. Фигня какая-то получается. Так, 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 возвращаемся к самому началу. Вот так. Давайте-ка попробуем немножко по-другому. Ага, он испугался. Хм. Что нам лучше сделать, а? Так, готово. Этот сейчас убежит. Так, если мы его прихлопнем, потом вниз, влево. Да, ребята, в принципе, у нас должно с вами получиться. Убиваем, короче, вот этого вот блондинчика. Вот так. Теперь вниз, влево и наверх. Отлично. Ой-ой-ой, прости, родная, ничего личного. Еще и потыкал палкой. Вау, это было жестко. И вот он, последний олух. Да, братюня, тебе не повезло, к сожалению. Ух, как мы возросли. Естественно, делаем зону смерти. Вот так. Голову сорвали. Кровожадность. У нас, кстати, 8 уровень. Нам нужно до 9. В ловушке миссия. Медвежьи капканы, это ты ловко придумал, солнышко. Мерзкие сноубордисты еще пожалеют. Ладно, мам. А пожалеют они о чем? Нам главное самим не вляпаться. Вот в чем суть. Ага, минус 1. Так, этот сейчас тоже убежит. О, да тут все легко, ребят, смотрите. Оп, и последний у нас олух. Так, в зону смерти надо попасть. Фу. Да, эта миссия была у нас довольно легкая. Так, запасной вариант. Так, мамаша молчит. Так, в капкан. Слушайте, смотрите, получится, ребята, фигня полная. Даже если мы, как говорится, заколбасим эту девочку, то вот этого паренька мы уже не сможем с вами достать, согласитесь. Как бы я сейчас тут ни крутился. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, придется, наверное, делать откат. Как мы этого не хотели бы. Так, давайте-ка. Нет, наверное, маловато будет, да, скорее всего, ребят. Даже если мы сейчас ее поймаем, все равно не сможем пройти. А так она убежит. Да. Надо вот так, подожди-ка. Слушайте, чтобы мне попасть на крестик. Слушайте, а чтобы мне попасть на крестик, как мне нужно сделать, да, ребят? Оу, щет, в капкане. Сам себя же подбил. Вот, вот так надо делать, ребята. Все, сейчас мы убиваем этого чувачка. И как раз у нас последний умник тут попадается. Извини. Голова с плеч. Так, еще буквально одну миссию пройдем. Смертельное блюдо. Ох ты, осталось 9 ходов. Здесь уже, ребята, у нас ограниченная возможность. Как лучше сделать-то? Ну-ка, если мы так... Предположим, в шапке, если мы забьем, то опять же не попадем на крестик. Хотя почему? Все отлично, ребята. Все у нас замечательно. Но пока шапочник. Ну давай, маманя, добавляй мне кровожадности. Как говорится, спасибо, мам. И мы получаем с вами 9 уровень. Так, что нам дадут? Нам должны дать новое какое-нибудь оружие для покарания вот этих вот негодников. Большая книга, бронзовый класс. Я согласен. Холодный расчет. Ага, мы опять с вами на улице.
Это джакузи? Нет, мама, это не джакузи. Так, дайте-ка я возьму книгу. Где у меня книга? Блин, бронзовый класс же писали. А, там, видимо, бронза, серебро и золото. Все, понял, это надо вернуться тогда, получается. Где-то здесь должна быть. Вот она. Их две у меня причем. А зачем так много-то? Ух, давайте думать. Если мы сделаем вот так. Этот чувак сейчас убежит, да, и в воду. Ну, я так и думал. Так, а как же мне теперь шапочника-то поймать? Хотя, в принципе, его легко поймать. Вот так мы его ловим. Опа. Хо-хо-хо, книжкой голову снести. Это ж зверство. Опачки. А вот здесь уже проблема. Нет, надо переигрывать однозначно. Мы ее не сможем достать. Слушайте, а вот смотрите теперь. Нам нужно сделать так, чтобы какой-то персонаж оказался внизу. Да-да, именно внизу, в самом уголку. Только так мы... Ага, отлично. Только так мы сможем с вами достать последнего героя. Ай-яй-яй. Неужели бородача придется чпокнуть, а? Опа. Опять голова с плеч, да? А нет. Просто замутузил его книгой. Ага, вот этот вот дедушка никуда не смог убежать. Плохо, ребята, очень плохо. Слушайте, я даже не знаю, как бы тут придумать. Но он сейчас опять убежит в воду. Так, здесь если мы вот так сделаем, что нам это дает? Ну давайте вот сюда перейдем. Так, этот отбежал. Как ни крути, все у нас идет к тому, что мы этого чувачка в шапке, блин, как их обозначить-то, блин, я даже не знаю. Темный бородач, все равно мы его колбасим, а он нам нужен. И знаете для чего? Именно он будет у нас в углу здесь вот стоять. В правом нижнем углу. Его надо будет сюда загонять. Так, хорошо, он убежал. А этот у нас постоянно будет убегать в воду. Хотя есть у меня идея, знаете какая, ребят? Если мы с вами попробуем вот этот толчок опрокинуть, чтобы бородач бежал не в воду, вот как сейчас, а толчок ему просто-напросто мешал. Что мы от этого с вами выиграем? Так, так, так. Блин, нет, это просто беготня по кругу, ерунда это все. Так, давайте-ка мы, наверное, все-таки попробуем. Только как мне его столкнуть? Вот в чем проблема вся. Мы упираемся сбоку. Сбоку он не падает. Этот отбегает. Черт, как же сделать-то так? Мне нужно обронить вот этот толчок. Он падает, перекрывает в воду. Тот, конечно же, не будет падать. И тогда все у нас должно получиться. А так, естественно, получается ерунда полнейшая. Хм. Слушайте, а как мы вообще с вами начинаем? С какой позиции? Потому что здесь мешает вот этот вот сугроб. Блин, надо хорошенько, ребят, подумать. Тут без вариантов. Здесь тоже не получится. Видите, мешает этот сугроб мне. Давайте-ка на самое начало попробуем. Так, здесь тоже фигня. Это не вариант. Как мы стоим? Ага, вот, вот так вот надо делать, ребят, вот. Все, мы здесь перекрыли. Теперь можно шугать смело, в принципе. Вот это я, наверное, зря сделал. Так, ну хорошо, этот у нас темный бородач отбегает. Зачем я тогда отбрасывал толчок, скажите мне, а? Мало ему было книги, на книжную полку. Ага, вот как поменялось все, да? Так, ладно, давайте попробуем вот тут его шугануть. И он в тупик забежал. То есть у нас только один вариант, его здесь прибить. Не вариант. Так, нужно, чтобы этот толчок стоял. Короче, делаем вот так, ребята, шугаем. Вот он уперся.
И ведь это неспроста все. Так, если мы его здесь заколбасим, что это нам даст? По-моему, абсолютно ничего. Ядрёна вошь, а? Готов. Ага, теперь мы не сможем вот этого вот темненького напугать. Да что ж ты будешь делать-то, а? Что за пропасть такая? Безвыходная. Но мне кажется, что мы все-таки правильно с вами делаем, что вот опрокидываем вот этот вот толчок. Единственное, что я думаю, куда? Сюда или туда? Так, вот он испугался. Кажется, понял, ребята. Делаем вот так. Подожди, подожди. Теперь шугаем вот этого вот. Ага, все, он убежал. Блин, и опять все ведет к тому, что я должен завалить этого черного, а? Ты ересь. Блин, а у меня не получится сделать так, чтобы я и того напугал, и этого. Вот, он убежал. Так, если мы даже делаем вот так. По щам получил. Просто жестко. Ух. На, замутузил книгой опять же. Не хочет он нифига, ребята, убегать. Просто не хочет. А он мне нужен. Так, ладно, хорошо. Сделаем вот так вот. Блин, если я побегу... Да, он его убивает, и все. И у нас все по-прежнему, как и было. Я уже, ребят, начинаю психовать, если честно. Блин. Уже психую. Маманя, подожди, я не буду брать подсказку. Я хочу сам допетрить. Ёлки-палки, забыл шкаф этот обронить. Точнее, толчок. Ой, давай начнем так. Ё-моё, опять не то, по-моему, сделал. Дурила. Да, тут мы будем просто бегать по кругу. Он тонет. Нет, все это ерунда. Да, ребята, как вы хотели. Приходится вот так вот... Ё-моё, блин. У нас же наверх было. Вот так вот. Перекрываем, короче, здесь. Дальше мы... Вот так, предположим. И опять же только вариант убить вот этого вот. Хотя нет, не факт. Но этот вариант мы уже с вами прокручивали, и причем не один раз. Опять же я его заколбашу, тот будет стоять, никуда не побежит, и добраться я не смогу. Вариант только один, переигрывать. И переигрывать нужно, когда толчок... Вот, здесь мы роняем. Придется нам с другой стороны вот это дело обойти. Здесь толкаем. Вот. Вот оно как должно быть, ребята, вот оно. Ёлки-палки, это ж сколько... Сколько попыток нужно, чтобы до тебя допетрило. И вот теперь мы достаем с вами последнего. Как раз он появляется наверху. Да, долго же я припарился на этой миссии. У-ху, не завидуй. Блин, книгой пробить насквозь. Это ж одуреть можно. Черная дыра? Так, здесь у нас уже полицейские. Какие варианты? Вариантов мало. Вот так делаем. Ну что, вот этого мы сейчас шлепнем. Так, ладно. Теперь можно дамочку заколбасить, по идее. Дальше возвращаемся, наверное, с вами. Так, ага, этот у нас в яму провалился. Слушайте, последний умник. Ага. Тупик. Я не смогу через яму, ребят, пробежать. А как же тогда делать? Ха-ха-ха. Так, провалился, ясно. И мне придется только лишь возвращаться. Ага, вот какой вариантик есть. Ну, если я даже, например, вот сюда забомбил. Черт, подери, блин, тут прямо накопом. Не вариант. Вот незадача. Блин, что-то я неправильно делаю. Так, отбежала. Хорошо. Ну, предположим, так делаем. Тут на полицейского это не вариант. Этот в яму побежит. Опять незадача. Ох-хо-хо-хо-хо.
Да понятно, что последний умник, до которого я не смогу просто-напросто добраться. Что же мне для этого нужно? Вот эту вот барышню, скорее всего, я должен здесь оставить. Она должна, походу, быть последней у нас. Так, ну-ка, вот так. Вот так. И все. И опять же приплыли мы. Ядрёна вошь, а? Да понятно, что final, блин. Так, дел. Ага, вот оно. Вот, ребят, как надо было делать. Пока, родной. А теперь и вот это вот. Блин, я столько нервов треплю из-за вас, блин. На, получи. Воу-воу-воу-воу. Оу, щет. Просто оторвали руки. Но главное, что прошли. Полярная охота. Бррр, ну и мороз. Ладно, бам. Слушайте, меня вот этот капкан смущает. Надо кого-то шугануть в него. А ну-ка, дедушка, пора тебе на капканчик. Хорошо. Дальше какие варианты? Так, подожди, тут, по-моему, закольцовано. А, нет, все нормально, ребят, да. Как раз все, что нужно у нас получается. Потом убиваем нижнюю. И вот здесь как раз будет последний. Да, это оказалось намного проще. Просто голову в смятку. Ну что, еще одну миссию пройдем и получим 10 уровень. Ампутация. Опачки, сколько здесь капканов. Надеюсь, ты тепло оделся, Джейсон. Холод может тебя убить. Да уж, Джейсона, пожалуй, убьет холод. Так, ребята, давайте аккуратненько. Блин, не вариант. Оу, в капкан, ребята, я пойду сейчас. Или к полицейскому. Переигрываем. Так, значит, начнем вот так вот. Ну-ка, шуганем. Так, что дальше нам это дает? Ага, сюда она не пробежит. Пугаем. Они здесь две. Так, одну нужно обязательно, ребята, в капкан отправить. Давайте-ка вот так сделаем. Все, отлично у нас получилось. Опачки, не повезло тебе, родная. О, жестко, это было жестко. Да? Че, мы прошли, что ли? О, зимнюю бойню выполнили. В Манхэттене новая проблема. Я Нью-Йорк. Зомби Джейсон, липкий, вонючий, кровожадный. Ну что ж, давайте смотреть. Выпускники отправились в круиз. Ох, не завидую я вам, выпускнички. Цепь. Я, кажется, догадываюсь, ребята. Сейчас будет... Сейчас они выловят его, скорее всего. Точно, так и есть. Причем он в полицейской форме. Из какой же это части? Свободное плавание. Ну, я вам сейчас устрою здесь свободное плавание. Телефонные звонки отвлекают мерзких людишек. Позвони им. Так. Ну что, тут, в принципе, легко. Опускаемся вниз. Добиваем. Оу. Так, так. Подожди. Ага, все нормально, ребят. Да... Блин, да что за фигня? Во, вот так вот. Пока, чика. И уровень 10 мы с вами зарабатываем, естественно. Так, спасибо, мама. И что же нам дадут за орудие для расправы? Дайте ящик быстрее, ящик мне. Гитара? Бронзовый класс? Ну что ж, хорошо. Море крови. Корабль двигается? У меня ведь жуткая морская болезнь, знаешь ли. Прости, мам. В принципе, тут как бы получается все легко и довольно нелегко. А знаете почему? Потому что вот эта вот дуреха сейчас убежит от нас. А, это дурачок. Угу. Так, дальше у нас что тут? Черт, заплутал, блин. Подожди-ка, тут как-то немножко странно надо сделать. Так, на звонок не бежит. Так, где полицейский? Вот он. На него нельзя прыгать, это однозначно. Все, он бежит. Так, дальше мы как тут делаем?
Так, этот бегает. Черт, что-то я... Не складывается у меня картинка, ребята. Не складывается. Оп, оп, оп. Такой подошел. И... Оу. Последний. Да, это понятно, что он последний. Но как мне его теперь достать? Вот в чем вся проблема-то. Черт подери. Слишком высоко стоял полицейский. Этот какой-то обкумарин даже не хочет на звонки бежать, а? Олух, блин. Давай попробуем так вот. Ну что нам это даст? Да ровным счетом... А, нет, подожди-ка. Если мы сейчас... Блин. Побежал туда теперь он, да, значит? Ну вот, предположим, я наверх. А, все, ребята, вот так надо было делать. Йоу! А, ну это мы уже видели. Сейчас он рядом упадет. Но это ему не поможет. Оу. Последний парень. Вот ты мне и достался. Получи, блин, гад. За тебя, блин, тут столько, блин, вариантов перепробовал. Полные штаны страха. Когда мы будем в Нью-Йорке? Кажется, мы плывем уже целую вечность. Прости, мам. В Нью-Йорк, значит, она хочет, да, маманя-то? Как вариант, если мы... Она шуганется, она убежит. Так, теперь мы можем, в принципе, убить полицейского. Так, отметка у нас внизу. Что же будет-то? Ну, убьем ее. Потом мы сможем полицейского также, да? Ага, все, ребят, отлично. Goodbye, парниша. Как было мне тебе жаль. Поехали далее. Идеальное убийство. Ой, смотрите, какие они довольные. Мы еще не на месте? Прости, мам. Нет, мы еще не на месте. Ага, опрокинули шкаф. Так, звоночки, звоночки. Для чего нам могут понадобиться звоночки? У нас отметка в самом низу. Причем там один только лишь проходик. Последняя Сьюзи. Пока, Сьюзи. Просто на какую-то скелетную руку, блин, напороли чувачка, да? Напряжение растет. Ого, о, это Нью-Йорк, странный запашок. Или это от тебя, Джейсон? Прости, мам. Это от Джейсона, естественно. Так, смотрите, вот здесь придется немножко, ребят, по-моему, подумать. У нас отметка прямо посередине, ну, грубо говоря. Нужно так сделать, чтобы кто-то был или в кого-то мы уперлись. Ха. Странно. Ну-ка, давай-ка, если мы позвоним, например, вот так. Ага. Вот этот очкарик, кстати, идеально стоит, в принципе. Если мы, например, сзади бы на него напали. А как мне это сделать? Ха. Вот, нет, нифига не вот, ребят. Ерунда получается. Хорошо. Так. Пока, родной. И теперь вниз. Ха-ха. Все получилось как нельзя лучше. Я даже сам не ожидал, что у меня так выйдет. И мы с вами переходим на 11 уровень. Да-да, мамуля, давай быстрее мне кровожадности. Я хочу новый вид оружия. Кстати, я гитарой так и не поиграл. Пробегал все с этой рукой скелетной. Я даже не знаю, откуда она взялась. Каплевидный щит. Бронзовый класс. Трущобы. Оу. Джейсон, не делай кошке больно. Я знаю, ты у меня очень добрый мальчик. Да, мам.
Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, увидимся с вами в следующем выпуске и продолжим играть в эту игру. А на этом все. Всем пока и удачи. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.